Только в четверг я ответ получила. Дай Бог ей здоровья. Месяц назад она месяц назад там подала заявление, чтобы в воскресенье взять отдых сегодня. И воймами крутого. И целую неделю она начала готовиться к этому. Вообще она молодец. Все одна, одна. Вот, дай Бог ей здоровья. Да. Я думаю, что она, а что, юбилей сегодня? Она нашла немножко счастья в меня. Но она хочет выпить. Да, налейте ей. Она хочет выпить. Пиво хочешь? Но, водку вино налейте, водку, коньяк. Вообще, я вам хочу сказать, все вы должны платить дань, чтобы вы попали в нашу семью. Амуга, амуга. И говно меня чувствую. С нами сегодня. Говори. Светочка, я присоединяюсь к словам Юры вашего. Желаю вам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, чтобы быстрее вы стали бабушкой. Я знаю, это ваша мечта. Она еще сама хочет родить. Подождите. И самое главное, вам действительно большое спасибо. Я очень благодарна вашей семье, потому что в трудный момент вы меня очень хорошо поддержали, и ваш Юра тоже. В том числе. Спасибо. Вы меня встретили первый раз. Очень приятно. И очень хорошо. Я всегда это помню. Я вам очень благодарна. Спасибо. Дай Бог, чтобы много-много радости было у вас. Спасибо. Спасибо. Эсенька, за ваше здоровье, Боже, ты лёй, камбедар, Боже, цехатсо, умар, рафтабед. Амин. Ама, Эстер, дар, дуя, урдурану, онде. Эстер. Турель. Эсен. Турель. Людмила хочет пожелания вам. Здоровенький бизнес. Человек неординарный. Она, у нее очень много духовных это имеет. Эмоции. Спасибо. Лахаим. Дай Бог здоровья. Амин. Боже, дай вам такое. Дай Бог здоровья. Юра, за тебя. I love you too. Давай. Давай, дай Бог тебе здоровья.